Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Silent Hill 3. Так. Это новая серия, а значит, нам нужно переодеть футболку. Так, футболка PSM. PSM. 100% независимый журнал PlayStation 2 США. А, PlayStation Magazine, наверное, вот что означает PSM. Так, здесь у нас тупик. Бочки переграждают путь. Так, нам... Так, здесь есть мост? Моста, к сожалению, нет. Ну ладно. Блин, тут эта штуковина летающая опять. Причем их несколько, наверное, да? Я откуда-то с другого места ждал, то что это штуковина жуткая появилась. Вот она. Еще одна, что ли? Так, где она? Блин, их еще фиг убьешь. Сколько патронов, блин, на них надо тратить? Так, этот коридор нигде на карте не отмечается. Но это уже конец. Как-то странно она поднимается, вот, если смотришь сзади. Как-то ноги у нее странно переставляются. Я не могу пойти, железная решетка переграждает путь. Так, мы выбрались на улицу. Так, будем сохраняться с первого слота. Стройка. Так, стоп. Тут лечебные напитки.
Так, нам на самый верхний этаж надо. Так, унитаз. Я думала, что это здание еще строят, но похоже, туалетом уже пользовались. Обычный раковина, ничего особенного. Так, стоп. Здесь цвет стены выглядит немного иначе, и материал тоже отличается. Ее можно разрушить, если как следует ударить. Камера, свое местоположение, ракурс поменяла. Когда камера меняет ракурс, значит, надо обратить на это внимание. Ну-ка. Что-то я не понял. Мы промахивались. А там что-то отковырялось. Взяла глушитель. Что за глушитель такой? Так, стоп. А он все, наверное, больше не сломается. Так, я, кстати, кое-что вспомнил. Я забыл подобрать бронежилет. Так, глушитель накручивается на пистолет или автомат, чтобы заглушить выстрелы. Чем меньше шума, тем сложнее врага меня обнаружить, хотя, кажется, мощность оружия немного ослабляет. Ну ладно, ничего страшного. Я лучше буду пользоваться мощным оружием. Так, стоп, фу, грязный матрас. Нет. Лечебный напиток, отлично. Я не вижу пол четвертого этажа, слишком опасно прыгать туда. Да ничего страшного, давай спрыгнем. Эй, стоп. Сейчас я не хотел прыгать вниз. Я бросил матрас, чтобы использовать его как подушку. Теперь без проблем можно прыгать вниз. Так. Это матрас, который я сбросила больше, он мне не нужен. Точно, я помню, здесь будет монстр. Стоп. Тихо. Нет. Да что ты... Блин. Так, стоп.
Дурацкие мухи. Стоп, стоп, стоп. Назад, назад. Так. Карта где-то рядом со студией танцев. А вспомните бы, где эта студия танцев находится. Так, точно не здесь. А, это единственный манекен с головой. Что-то странное есть в тех безголовых. Будто они все равно могут меня видеть. Или вроде того. Уф. Так, у него что-то из головы должно выпасть. Это кровь. А, ну, ничего не выпало, что ли? Блин, а где студия танцев? Так, это кто-то... А, это собаки. Будем дробовиком их убивать. Да, чтоб тебя сразу же схватило, а? Да отстаньте от меня, а? Дурацкая собака. Так, блин, где эта студия танцев-то? Стоп, отсюда я пришел, получается? Серьезно? Так, тут у нас лифт. Так, эти двери были всегда закрыты. Студия танцев. Вот она. Я даже вижу эти, как его, изображения студии танцев. Так, где-то здесь карта должна быть. А вот она. На столе полный беспорядок. Не похоже, что здесь есть что-нибудь для меня интересное. Ну ладно, раз нет, так нет. Так, а здесь будет здоровяк. Причем их двое. Блин, еще собака.
Короче, ладно. Слишком много монстров. Так, нужно подлечиться немного. Блин, даже не знаю, наверное, сюда мы не будем выходить. На прохождение 10 звезд. Ну, на получение 10 звезд, я имею в виду. Так что... А, аптечки, отлично. Так, есть одна комната, которую я не осмотрел. Надо ее осмотреть. Мало ли, может быть, там будут патроны, которые мне тоже очень нужны. Но на самом деле эта комната оказалась закрытой. Так, оба лифта закрыты. То есть нерабочие, скорее всего. Ну да, так и есть. А, дверь лифта немного приоткрыта. Промежуток слишком узкий, чтобы хоть что-то этим хоть как-то этим воспользоваться. Так, мне нужно найти веревку. Ну, сразу могу сказать то, что нет смысла спускаться вниз. Там, скорее всего, обе двери закрыты. Нам нужно наверх. Потому что вниз мы спустимся точно по веревке. Так, замок сломан. Так, надо подлечиться. Возьмем пистолет. Хотя пистолет нам не очень-то и поможет. Так, оба лифта у нас сломаны. Так, тут у нас тоже все сломано. Так, заперто. Так, тут у нас картина, которую надо сжечь, что ли? А, нет. Похоже, раньше здесь висела картина, осталась только подпись. Пламя очищает все. Пламя? Да? Ну, не знаю, что здесь была за картина. Но я не очень люблю огонь, он мне как-то пугает. А в альтернативном мире эта картина есть. Отвертка. Новая загадка какая-то, походу. То есть тут усовершенствованная. Потому что раньше отвертки не было. Отвертка. Это плоская отвертка. Лежала в углу коридора. Совершенно обыкновенная. Ее можно с чем-то объединить, но мы не будем это объединять ни с чем. Замок сломан.
И вот нам нужно снова все исследовать. Так, тут у нас меняет почему-то камера. Ракурс. Хотя тут ничего важного нет так-то. Так. Катана. Ну вот еще с катаной как-то можно сражаться в ближнем бою, но будем пользоваться пока пистолетом. Мне понадобится монетизировка, чтобы открыть этот ящик. Просто оставлю его в покое, а может использовать отвертку, что вряд ли нам поможет. Да, отвертка для чего-то для другого нужна. Так, замок сломан. Кстати, а что у нас тут написано? А, то, что это выставка. Или тут ничего не написано? Галерея изобразительного искусства. Добить его. Да блин. Так, интересно, какие я еще инструменты должен найти здесь, чтобы разгадать загадку, которой не было на легком уровне. Блин, что случилось? Вставай, что ты творишь? Что это за дебильная идея была сунуть этого толстяка в такое маленькое помещение? Короче, ладно, придется опять прибегнуть к автомату. Это еще не все? Наверное, все. Так, тут у нас телевизор и видеопленка, но с ними никак не взаимодействует. То есть я в эту маленькую комнату зашел для того, чтобы сразиться с этим толстяком. Так, лечебный напиток. Так, взяла домкрат. Домкрат мы брали.
Так, домкрат. Мы нашли отвертку. Для чего мы нашли, не знаю пока что. Так, нам надо найти веревку, а я не помню, где у нас веревка была. Так. Ну, значит, нам надо выше. Так. Так, стоп, дверь закрыта. Так, на четвертый этаж, что ли, нам надо? Так, стоп, замок сломан. Так, третий этаж, мы отсюда пришли. Второй недоступен, так же, как и первый. Так, а где веревку я пропустил? Так, у нас доступно два этажа. Первый этаж я обыскал. Вот, то есть, как сказать, ну, самый высокий этаж обыскал, не помню, четвертый вроде. Значит, давайте снова третий обыщем. На карте тут ничего не отмечено. Может, нам надо отвертка что-то где-то открутить? Отмечено только... Так, ну по идее я ничего не находил. Что, ну ладно, начнем с третьего этажа, потом заново все обыщем. Так, допустим, пойдем сначала сюда. Направо. Замок сломан. Так, что бы тут можно было бы открутить отверткой? В коробках лежат каталоги манекенов. Впрочем, мне они не нужны. Так. Я даже не знаю, что такое можно было бы открутить. Это так. И я по-прежнему не нашел веревку, вот в чем проблема. Нам нужно где-то веревку найти. Так, может на манекен применить отвертку? Так, блин, я не помню, надо свои видео пересмотреть будет. Если не найду сейчас, сейчас уже скоро серию надо завершать. Если сегодня не получится найти веревку, надо будет пересмотреть свое собственное видео, где я в прошлый раз находил веревку. В прошлый раз было легче. Тут обыскивать-то нечего. Странный ящик. Ну, он, по идее, тут и раньше стоял. Может, веревку... Может, использовать эту веревку здесь? Так, веревка точно не здесь была. Здесь сюда бесполезно заходить. Здесь спал один толстяк. А на высоком уровне сложности два толстяка плюс еще две собаки. Блин, здесь нечего искать. Стоп, а... Где я мог найти веревку? Здесь много бумаг, и ни одна из них для меня не важна.
Здесь много бумаг. На столе полный бардак. Не похоже, что здесь есть что-нибудь для меня интересное. Ящик как странно торчит. Может, там что-то есть? А там что-то есть. А, веревка! Ящик чуть-чуть приоткрыт. Он, наверное, заржавел. Я не могу выдвинуть его дальше. И что? Как отвертка поможет? Ты хочешь отверткой подковырять там что-то? Откручивать там вроде нечего. Ну давайте посмотрим, как она это сделает. Эта плоская отвертка лежала в углу коридора, совершенно обыкновенная. Так, ну-ка. Как рычаг, что ли? Ну, в принципе, ладно. Но не думаю, что так, по идее, руками можно было выдернуть. Мне кажется, отвертка бы быстрее бы сломалась, чем если бы руками мы тянули. Ну, ладно. Раз так, значит так. Решается эта загадка. Зато теперь я точно знаю, где находится веревка. Так, ну ладно. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.